В распоряжении открытого акционерного общества «Большевик Агро» около 8,5 тысяч гектаров сельхозугодий. В этом году 730 из них хозяйство планирует засеять ячменем. Чтобы поля радовали хорошим урожаем, при посеве яровой культуры нужно учитывать множество факторов. О том, какой должна быть глубина, прямолинейность, высота земляного гребня, механизатору Виталию Дорожко хорошо известно. Свое мастерство в аграрном деле передовик оттачивает уже более 10 лет. Полученное в прошлом году звание «Лучший пахарь страны» подтвердило уровень отработанных годами навыков. Скорость и качество работы у профессионала в приоритете. Виталий Дорожко признается, немалую роль в высокой продуктивности играет и новая отлаженная техника. В прошлом году хозяйство приобрело новую сеялку и комбайн «Хоршпрон», так как результат, высокие показатели вышли на новый уровень. Здесь, ну, немножко тракторы изменили сейчас уже на данной модели трактора. И плюс, ну, сеялка, она более больше электроники и меньше опций с ней, ну, проводить. Плюс у меня стоит GPS, поэтому как-то проще. Плюс за ней схожесть стопроцентная, ну, хорошая сеялка. В день механизатор проходит от 70 до 75 гектаров. Поддержать сотрудников и быстрые темпы работ предприятие стремится всеми силами. Все мы делаем для того, чтобы прошла посевная сжатые сроки. Мы, значит, обеспечиваем людей спецодеждой, горячим питанием. Значит, 30% от стоимости горячих питаний нам механизаторы только платят. И, значит, стараемся все условия создать. Техника в этом году мы планируем купить еще новый кормоуборочный комбайн. Я думаю, что в этом году мы обязательно это сделаем. Погода для уборки благоприятная, поэтому нужно постараться, чтобы выполнить план как можно скорее. В открытом акционерном обществе «Большевик Агро» яровым ячменем уже засеяно более 600 гектаров, что составляет 85% к заданию. Сеять ячмень завершат в ближайшие дни, после чего в хозяйстве приступят к севу кукурузы.